Вас никогда на телевидение не приглашали? Нет, говорю я. А на радио? Тоже нет. Подготовьте несколько песен, мы вас послушаем. Несколько дней не спала, не ела, готовилась, послушали. И решили сделать обо мне маленькую передачу на радио, в которой прозвучали две моих песни. Одна из них была «Вьюга» Григория Пономаренко. И «Вьюга» пошла в народ. После этого пригласили на московский кинофестиваль. Вот так я и пошла в горочку.